Одни из самых популярных площадок на гастрономическом фестивале «Алтайские бренды и сердце Алтая», конечно, те, где давали попробовать напитки известного алтайского производителя Барнаульского пивоваренного завода. Именно здесь была сконцентрирована большая часть гостей мероприятия. Напитки очень вкусные. Вот, очень приятно, что вот так девушки подходят, угощают, дают продегустировать. Да. Мне очень понравилось. Good Stripes, Алтайский источник и Ай-Чай – эти знаменитые бренды напитков ежедневно покупают не только жители Алтайского края, но и всей страны, по достоинству оценивая вкус. Как лимонадик? Вкусный, очень вкусный. Спасибо. Здорово. Необычный. Очень яркий вкус. Первый раз пробуете? Да. Здорово. Будете покупать? Да. Думаю, да. Безалкогольный тонизирующий напиток и лимонад со вкусом манго. Гости фестиваля пытались найти различия и почувствовать моментальный прилив бодрости и сил. Энергия поднялась. Да, энергия. Да. А давление, не знаю, у меня в норме давление. Очень вкусно. Мы с мужем здесь, с подружкой, так что мы в восторге. Хороший напиток, освежающий. Я просто, когда в машине еду, то есть, чтобы не засыпать, периодически употребляю. Вот напиток, он больше похож на газоводу. Те, которые энергетики до этого пил, они какие-то, ну, со своим привкусом. А это больше как газвода. Напитки Барнаульского пивоваренного завода получили высокую оценку от жителей города за сбалансированный, яркий и гармоничный вкус. Но самое главное – настроение на все выходные, которым зарядились барнаульцы, попробовав разнообразие напитков. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.